Всегда очень больно, когда гибнут люди, гибнут не после болезни или, так сказать, воли судьбы, а когда в этом виновны какие-то конкретные личности, которые неправильно выполняют свой долг, свою работу, свою профессию. И причинам нет числа, но, к сожалению, у нас в России, хотя трудно говорить о людях, кого не знаешь, и не хочется никого осуждать, кого ты не знаешь, но, конечно, явно, что доля коррупции и влияние коррупции очень велика. И опасность, которую мы имеем, скажем, в эксплуатации всяческих средств передвижения, которым место уже на свалке, конечно, это преступление. И те люди, которые подписывают разрешение на эксплуатацию судна или самолета, или даже машины, хотя теперь мы в этом немножечко более продвинуты. Вот эти люди, конечно, должны нести наказание. И вот это наказание должно стать известным всей стране, чтобы впредь другим тоже было неповадно. Все-таки люди задумывались, что, получая взятку и подписывая документ, они рискуют сразу сотнями жизней других людей. Это очень серьезно. Это действительно должно быть предметом обсуждения в стране. Мы, я считаю, слишком халатно и спустя рукава относимся к ценности жизни. Нету другой, более важной ценности.